Здравствуйте, меня зовут Юлия Дружкова, я студентка Тимирязевской академии, учусь по специальности кинолог, работаю инструктором в ТОП-центре Тольятти. И сегодня я расскажу вам про натуральное питание собак. В предыдущем видео мы говорили про питание сухим кормом. Если вы хотите больше кормить натуральным питанием или выбираете, это видео стоит посмотреть тоже. Начнем с преимуществ натурального питания. Во-первых, конечно, куски мяса для собаки намного вкуснее, чем сухой корм, каким бы вкусно пахнущим он бы ни был. Следующее преимущество натурального питания состоит в том, что если у собаки аллергия или непереносимость какого-либо определенного одного продукта, например, аллергия на курицу, вам не нужно менять весь корм, всю упаковку, как в случае кормления сухим кормом. Вам просто стоит убрать из рациона курицу и заменить ее на индейку, например. И так вы можете комбинировать рацион собаки по своим финансам, по активности собаки. Например, если собака активная, добавляете больше жира, больше белка. Если собака пассивная, убираете, добавляете низкокалорийные продукты. Можете по временам года, например, менять рацион зимой, давать более калорийную пищу, летом менее калорийную и так далее. То есть рацион меняете под вашу собаку, под нужды собаки именно на определенном этапе ее жизни. В чем состоит минус натурального кормления? Это, конечно, время затратно. Но опять же, если на первых этапах кормления вы будете тратить очень много времени на нарезку продуктов, на подготовку, как это все правильно комбинировать, хранить, то со временем вы привыкнете, и опытные хозяева, которые долго кормят своих собак натуральным кормом, тратят уже несколько часов в день и делают заготовки на неделю вперед. Поэтому со временем вы приспособитесь. Также опасность натурального кормления состоит в том, что многие хозяева неправильно понимают составление рациона. То есть для многих натуральное кормление – это какая-то каша, немного мяса, все перемешано, и собака это ест. Но это не так. Натуральное кормление состоит в основном из мяса, поскольку у собак белково-жировой обмен веществ, и им углеводы необходимы либо в минимальном количестве, либо они вообще без углеводов могут обходиться. И опять же, если у вашего соседа собака ела кашу и овощи там с какими-то несколькими граммами мяса и чувствовала себя всю жизнь прекрасно, дожила до 15 лет, это не значит, что ваша собака доживет так же. У каждой собаки своя генетика, свой образ жизни, свое поведение, которое тоже влияет, да, активность, например, на потребляемую пищу. Поэтому нужно кормить собаку правильно. Конечно, ни один диетолог, ни один ветеринар, ни один заводчик не составит вам 100% правильный рацион, подходящий вашей собаке, потому что все очень индивидуально. Я вам расскажу рацион, от которого можно отталкиваться, и вы по своей собаке смотрите, подходит он ей или не подходит. Худеет на этом рационе ваша собака, полнеет, больше ей нужно добавить тех или иных продуктов. Смотрите сами по своей собаке. Начнем с основ натурального питания. Это, конечно, мясо. Большинство порций должно составлять мясо. Это может быть мясо говядины, баранины, кролика, может быть мясо утки, птицы, индейки, какое вашей собаке больше нравится и какое вам удобнее покупать. Мясо составляет большую часть, поскольку это основное насыщение собаки белками, энергии, все она получает от мяса. Мясо подается в сыром виде. Если у вашей собаки какие-то проблемы, можно его варить на первых этапах, потом переводить на сырое мясо. Также нельзя покупать мясо с рук, непроверенное мясо.
нельзя на охоте самому, например, подстрелить животное и дать это собаке, поскольку неизвестно, болело ли это животное, не болело. Многие боятся, что в сыром мясе могут быть гельминты, например, и их собаки заразятся. Но если вы покупаете продукты у проверенных поставщиков, если вы их промораживаете, и если вы раз в квартал, то есть раз в 3 месяца, глистогоните вашу собаку, а любых собак нужно глистогонить, чтобы они не ели, то вам не грозят никакие заражения от поедания мяса. Также примерно 15%, может для кого-то больше, для кого-то меньше, должны составлять субпродукты. Какие субпродукты, например? Рубец, почки, сердца, куриные, говяжьи, печень, мозги, селезенки, разные субпродукты. Почему они должны быть? Во-первых, из мяса собака берет энергию, белки, из субпродуктов она берет витамины и минералы, необходимые ей. То есть без субпродуктов она не будет получать все нужные вещества. Дикие предки наших собак, когда убивали животное на охоте, они съедали не только ее мясо, но и все внутренности, съедали все. Поэтому нашим собакам субпродукты тоже нужны. Субпродукты можно давать 3-4 раза в неделю, заменяя полностью кормление. Например, на завтрак ваша собака ест только рубец. Либо в сочетании с мясом добавлять по 15% от порции субпродукта. В них содержится биотин, витамины группы В, витамины группы А, лимитирующие аминокислоты необходимые. То есть субпродукты используются как витаминные добавки. Также нужно давать мясо костное, примерно 20% от порции, но мясо костное при большом употреблении у собаки может быть запор, поэтому смотрите по состоянию вашей собаки. А мясо костное необходимо для баланса кальция и фосфора. Кальций и фосфор – это здоровье костей, здоровье зубов вашей собаки. Что это такое? Это шеи, головы, каркасы птиц, хвосты крупнорогатого скота. Кто-то может переваривать хрящи, хорошо переваривает, кто-то не может. Смотрите тоже по вашей собаке. Также это, конечно, контрпротекторы для хорошей работы суставов. А собаке нужно давать кости 1-2 раза в неделю погрызть. Какими не должны быть кости? Не должны быть трубчатыми. Почему? Трубчатые кости легко ломаются, и они острые, и собака может поранить ротовую полость, сглотнуть острую кость, поранить пищевод, очень опасно. Также не должны быть кости по размеру, которые ваша собака может проглотить, потому что может застрять в горле. Вареные кости не рекомендуется давать. Кости вообще лучше давать под вашим присмотром, чтобы вы смотрели, как собака грызет, все ли хорошо. Если вы куда-то уходите и хотите, чтобы ваша собака что-то погрызла, есть вот такие специальные погрызушки. Это колтык, трахея животных. Они совершенно безопасны. Вы их просто оставляете собаке в вольере, в клетке или просто в квартире, она их грызет, они точно у нее перевариваются, усваиваются, и вы, соответственно, спокойно за свою собаку. А далее, 2-3 раза в неделю собаке мясо должна заменять рыба. Какую рыбу выбирать собаке? Морская и океаническая, с плотной мякотью. Желательно, чтобы она была жирной. Например, сельдь, скумбрия, лососевые. Очень хорошо давать собаке красную рыбу. Опять же, рыбу вы выбираете по своим финансам. Еще рекомендуется собаке давать кисломолочные продукты 1-2 раза в неделю. Это может быть кефир, творог, творог в сочетании с кефиром, простокваши, сметана. Все должно быть обязательно натуральное, нельзя давать йогурт с какими-то вкусовыми добавками, с какими-то там ягодными вкусами или с сахаром. Если вы хотите, вы можете сами добавлять кислых ягод собаке в творог с кефиром, например. Это должно быть отдельное кормление, то есть утром вы даете кисломолочку, вечером вы даете мясо. Собакам хорошо давать яйца. Яйца могут быть перепелиные, могут быть куриные. Также можно давать скорлупу, поскольку там содержится кальций. Но осторожно с скорлупой куриных яиц. Она острая, может застревать в зубах, может также поранить. Лучше ее перемалывать. Есть мнение, это доказанный факт, что
В сыром белке яиц содержится вещество авидин, которое связывает биотин. Что это значит? Биотин – это вещество, витамин группы В, необходим для здоровой шерсти нашего питомца. Авидин связывает биотин, то есть мешает его усвоению. Поэтому есть мнение, что желток даем сырым, белок желательно сварить, чтобы этот авидин не связал биотин. Но если вы даете одно яйцо в неделю, а биотина даете в достаточном количестве, например, в почках содержится биотин, еще в разных субпродуктах, количество авидина, которое вы даете в одном яйце, недостаточно для того, чтобы связать весь биотин. Поэтому, если вы видите, что вы даете вашей собаке сырые яйца, и у нее нормальная шерсть, все, биотина хватает, можете продолжать давать сырые яйца. Если видите, что биотина недостаточно, или вы просто переживаете, можете варить. Далее, овощи, отруби и зерновые используются как источники клетчатки. То есть собака не может наесться только овощами, это источник клетчатки. Какие овощи можно давать собакам? Можно давать морковь, перец, тыкву, помидоры, огурцы, фрукты желательно давать не сладкие, не стоит давать то, что может забродить, например, виноград. И не стоит давать экзотические фрукты, потому что у собаки может быть аллергия. Также цитрусовые нельзя давать собакам и продукты, содержащие высокое количество крахмала. Например, картофель, кукуруза, это содержит много крахмала, для собаки это нехорошо. Летом можно давать собаке зелень. Если у вас дачный участок и собака сама ест какие-то овощи или там какую-то зелень, то больше, чем это, собаке давать не нужно. Она сама понимает, сколько ей нужно съесть. Опять же, овощи – это источник клетчатки. То есть она не наедается овощами. Но и не должно быть такое, что вы даете большую морковь чихуахуа и удивляетесь, почему она у вас не ест корм. То есть овощи там буквально 15%, 10% от общей пайки. Отруби. Отруби можно покупать в специальных магазинах, давать пшеничные, ржаные, овсяные. Если вы не хотите давать отруби, то можно брать, например, столовую ложку крупы, допустим, риса. Рис желательно, чтобы он был необработанный. И добавлять собаке так же, как источник клетчатки. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, соответственно, для желудочно-кишечного тракта очень полезно. В принципе, подытожим, из чего должен состоять рацион собаки. Это основа мяса, субпродукты мясокостные, источник клетчатки овощи. Также, если ваша собака поедает достаточно рыбы, красной рыбы, то, в принципе, всю потребность в полезных омега-кислотах она удовлетворяет жирной красной рыбой. Если же нет, можно добавлять масло. Например, оливковое масло, льняное масло, но, опять же, это по вашему усмотрению. Как нам понять, сколько собака наша должна есть? Есть множество формул сложных, как высчитывать, сколько должна есть собака. Самый простой способ – это процент от веса. Например, взрослая, здоровая, активная собака должна есть 2-5% собственного веса. То есть идеальный вес вашей собаки, скажем, 10 кг, получается 2-5% от ее веса – это 200-500 грамм. Опять же, вы смотрите, если у вас собака активная, добавляете больше корма, пассивная – меньше корма. Если ваша собака ест 5%, то есть вот как бы максимальную норму корма, но вы видите, что она либо очень худая, вялая, либо она очень много работает и ей не хватает этого, можно добавить еще. В натуральном кормлении нет каких-то строгих 100% правил. Вы все подбираете под свою собаку. Маленьким щенкам до 6 месяцев корма нужно больше, примерно 6-8%. И кормить щенков нужно чаще. Больше белка, больше жира, поскольку организм растущий. Пожилым собакам, наоборот, нужно меньше, от 2,5-3% собственного веса. Поскольку пожилые собаки уже часто малоактивные, у них медленнее обмен веществ происходит, пожилым собакам даем меньше корма. Опять же, смотрите за состоянием своей собаки.
И еще раз повторюсь, если вы хотите перевести собаку на натуральное питание, обязательно нужно посоветоваться с заводчиком или с ветеринаром. Переводить на натуральное питание нельзя сразу, то есть вы сразу убрали сухой корм, дали тарелку мяса. Собака не будет так есть, и может случиться у нее либо послабление стула, либо наоборот запор, у нее может случиться рвота. Много побочных эффектов при резкой смене. Если вы хотите перевести сухого корма на натуралку, вы берете 75% сухого корма и добавляете 25% натуралки. Кормите так несколько дней, дней 5, ну, может быть, 3 дня, чтобы увидеть, что у собаки все хорошо, чтобы она привыкла. Потом еще несколько дней кормите 50% сухого корма, 50% натурального корма. Смотрите за состоянием. Затем 25% сухого, 75% натурального. И только потом переводите на 100% натурального питания. Вначале желательно использовать по одному виду мяса. То есть вы не сразу даете несколько видов мяса, сразу субпродукты, сразу мясокостные, один вид мяса. Смотрите, как собака ведет себя. Все хорошо, она активная, здоровая, добавляете еще один вид. Потом по одному субпродукту. При добавлении каждого нового элемента смотрите несколько дней за состоянием собаки. Также и щенков не стоит сразу переводить на полное натуральное кормление. Один вид мяса, посмотрели, как себя ведет. Добавляете еще мясокостное, обязательно отбиваете. И смотрите каждый раз за состоянием собаки, за ее активностью, за ее стулом, за состояние кожи и шерсти. Если вы занимаетесь дрессировкой, кормите основной пищей за команды, вам может быть неудобно. Мясо склизкое, скользкое, влажное. Вы можете облить мясо кипятком, чтобы оно стало более упругим, кусочки более хорошо сформировались, и вам было удобнее давать собаке в качестве натурального кормления, как основную пищу за дрессировку. Поэтому, если вы хотите переводить собаку, изучаете еще раз все особенности натурального кормления, смотрите, какие продукты вам приемлемо покупать, советуйтесь с заводчиком, советуйтесь с ветеринаром и периодически сдаете анализы собаки, чтобы посмотреть, все ли у нее удовлетворено, все потребности в питательных веществах. Если у вас хорошо сбалансированный рацион, то вам не нужны дополнительные витамины и минералы, у вас все есть. Если вы сдаете анализ и видите, что какого-то витамина или какого-то минерала собаке не хватает, вам ветеринар прописывает какую-то комплексную витаминную добавку, и вы покупаете в зоомагазине, соответственно, кормите, даете помимо натуралки, добавляете комплексную витаминную добавку. На этом все. Желаю, чтобы ваши собаки были всегда здоровы и хорошо кушали. До свидания.